Без уроков. Почему? Потому что мне нравится получать знания. Ну, я думаю, я не смог бы прожить одного дня без воды и еды. Ну, это точно. Потому что без воды и без еды невозможно. Ровно можно жить, например, без еды, но с водой один день примерно. А без воды, с едой тоже можно день прожить. Ну, а без этого всего нельзя прожить. Без друзей, без школы, без игрушек и учебников школьных. Потому что именно учебники делают мою жизнь интересней, игрушки, школа и друзья. Без мамы, моей сестры и папы. Математика, русский и все. Да. Без еды и без питья. Потому что, когда вы не едите, мы не можем прожить даже ни дня. Я не могу прожить никогда без мамы и без папы. Потому что они мои самые любимые, и я их очень люблю.